На видновском предприятии «Металлист» изготавливали бижутерию, медицинскую технику, металлические кровати, люстры, настольные лампы, новогодние гирлянды. И это еще не весь список. Ассортимент изделий приближался к сотне наименований. В 1990 году число сотрудников на предприятии дошло до 1500 человек. Для того, чтобы рассказать о тех, кто внес свой вклад в историю завода, сотрудники историко-культурного центра организовали фотовыставку в сквере «Юность». На каждой фотографии люди, а люди себя вспоминают, их помнят те, кто здесь живет, могут прийти сюда, познакомить своих детей, своих внуков с теми, кто работал в нашем городе. И вспомнить это предприятие – это самое главное. В течение года снимки собирали бывшие работники завода «Металлист», а также сотрудники газеты «Видновские вести». С большой теплотой заводчане вспоминали о своем любимом предприятии, рассказывали, как много и дружно работали и как весело отдыхали. В коллективе «Металлисты» работало большое количество женщин, а, как правило, женщины – это были основные, так сказать, ударницы труда, показывали пример в работе, в быту и везде. Татьяна Волошина начала свою трудовую деятельность на предприятии «Металлист» в качестве мастера первого цеха. Часть снимков из ее личного альбома. Фотографии напомнили ей о том, каким был дружным коллектив, как ходили на демонстрации, ездили на картошку. Это наша жизнь, это наша молодость, это великолепные люди, с которыми ты познакомился, и ты провел довольно-таки большой отрезок жизни. Это дружба, это любовь, но это все. То есть мы жили этим и с удовольствием, конечно, работали. Выставка заводчан «Металлиста» будет работать в сквере «Юность» до 24 апреля. Приходите. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».